Сынок, пора домой. Сколько можно смотреть на небо? Мама, я жду мою любимую звезду. Когда она придет ко мне? Уже поздно, сынок. Пора спать. А твоя звезда задержалась. У нее так много дел. Она придет к тебе ночью, чтобы охранять твой спокойный сон. Что, если моя звезда упадет с неба? Как жить ей здесь, на земле? Когда падают звезды, они сгорают, исполняя людям желания. Мама, а мне вчера приснился сон, что наша каменная бабушка Хуртуяхтас тоже была звездой, а теперь живет на земле. Знаешь, сынок, у каждой звезды и у каждого человека свой путь, своя судьба. Мама, расскажи мне о нашей бабушке, Хуртуяхтас. В те времена, когда дерево было твердым, как железо, а камень был мягким, как дерево, не было у людей богов, а была Великая война. Изнуренные битвами с врагами наш народ погибал. И когда осталось нас только два человека, один мужчина и одна женщина, приказал муж жене своей бежать прочь с земли этой, дабы сохранить жизнь ей и их будущему ребенку. Бежать, не оглядываясь. Села она на самого быстрого скакуна Тулбара и помчалась прочь, но не выдержала, оглянулась и увидела смерть мужа своего. Скинула она тогда руки к звездам. Одна она, и куда бежать с родной земли? И упала звезда тогда с неба, никто не знает куда. И женщина та превратилась в камень. Но подарила звезда ей быть матерью матерей, быть Хуртуяхтас. И возродился народ наш, и стали приходить к этому месту люди, почитая его. Женщинам дарила дитя оно, а мужчинам светлый разум, каждому по мыслям его и душевному благодушию. Когда мы говорим о Хуртуяхтас, то есть он, наверное, особый для коренного населения, и я думаю, что почитание этого камня было с древности. Впервые научный мир, Европа и в том числе Россия узнала об этом камне по итогам дневниковых записей первого исследователя Сибири и исследователя нашего региона, это Даниил Готлиба Мессершмитта, который находился в экспедиции и появился на нашей территории в 1721 году. Он обратил внимание, он увидел, что местные жители, а он их тогда назвал абаканские татары, значит, они обходят этот камень трижды, они подходят к этому камню и обращаются с этим камнем как живым существом, они приносят жертвоприношение этому камню, и они как бы кормят этот камень. И он весьма удивился, потому что он как бы подумал, что да, вот они кормят этот камень, а здесь же хищные животные, собаки – вполне возможно, эту пищу забирают. И в то же время местные жители ему говорили, что нет. То есть этот камень для них был живой, и они кормили именно этот камень. Почему он и обратил внимание на этот камень? Этот камень всегда был культовым. Трудно сказать,
По некоторым описаниям считается, что этому камню где-то этот камень был создан во втором тысячелетии до нашей эры. Есть предположение, что этот камень более древнего происхождения, до 5000 лет. Подобных памятников на территории Хакасии было создано много, великое множество. Их ученые насчитали более сотни. Но прошло несколько лет, несколько десятков лет, может быть, сотен лет. Народ просто отошел от этих памятников. И потерялись традиции, забылись правила, как нужно обращаться. И единственный памятник, с которым люди еще знают, как обращаться, это Улух-Хуртаяхтас. Многие жители Улух-Хуртаяхтас помнили легенду о том, что она может даровать детей, потому что однажды творцом Чаячи было ей велено помогать людям, даровать им того, чего они желают, но чаще всего женщине дитё, а мужчине разум и просветление в делах, то многие по традиции, по старинке обращаются к ней именно с этими вопросами. Моя бабушка. В 1948 году Академия наук пишет письмо на исполнительную власть Хакасии о том, что Хакасия включена в регион целинных, значит, земель, которые будут подвергаться распашке. И поэтому, учитывая, что на территории Хакасии большое количество памятников, каменных изваяний, то они просили оказывать всяческое содействие Альберту Николаевичу Липскому, который тогда возглавлял музей, в вывозе этих изваяний. Вот так начинается предыстория. Как попадают каменные изваяния в фонды нашего музея? Точно то место. Потому что вот дорога и поселок этот, и может быть там маленько смещено что-то. Но это то самое место. Я свидетель, я сам здесь ее, как сказать, готовил к перевозке, и я сам копал, и все это могу подтвердить.
местное население, как не, видимо, не могли согласиться. И когда я ее уже приготовил к перевозке, то есть обкопал, чтобы потом погрузить ее, они вот ночью или вечером с ней попрощались, намазали ей губы, значит, жиром, наложили здесь съестное около ее, даже на голову, на верхушечку, что-то там лежало съестное. И вот потом мы везли, и после этого еще и в музей приезжали. В ограде она лежала, пока не установлена. Еще приезжали хакасы пожилые, прощались с ней там, кто не смог тут. Бывало, наготовлю еды и бегу к Хуртой Ахтас. Тогда все так делали. А потом, когда ее увезли в Абакан, мы все здесь осиротели. Вот куда в гости поедешь, обязательно там остановишься, секс-секс сделаешь. Печалились, да. Без Хуртуях это плохо было. Плакать охота было почему-то мало. Чуть не до суда слезы. Жалко, что это стало. Такое ощущение, говорит, у меня как будто я живой человек. Действительно, когда Улу Хуртой Ахтас увезли в Абакан, многие жители приходили на это место, на это пустое место, и обращались к ней с такими же молитвами, с такими же просьбами. Они не просили себе хорошего дома, они не просили себе что-то в дом, они просили только дитё. Потому что дитё – это то, что увеличивает или усиливает любовь между мужчиной и женщиной. Это то, что укрепляет их брак. Но часто происходило так, что вот эти спрашиваемые дети, они не выживали. Либо, значит, неудачно их скидывали, либо вот эти дети, ну, не выживали. И поэтому вот здесь, практически в 200 метрах от исконного стояния вот этой Хуртуяхтас, где она находилась, расположилось детское кладбище. Вот это кладбище, оно достаточно интересное. Просто по содержанию. Оно полное. И, как говорят старики, вот это кладбище, оно стало появляться, наполняться именно в тот момент, когда Улу Хуртой Ахтас находилась в Абакане. Потому что она потеряла связь с землей, она потеряла связь с космосом. Ни ветра, значит, никакие силы природы ее уже достать не могут, и она стала терять силы. Поэтому она не в полной мере могла дать женщинам, мужчинам того счастья, которого они желали бы. Родители вот этих умерших детей, они надеялись, что если они вернут дитё под великое око Улу Хуртой Ахтас, великой каменной матери, то, возможно, она даст им еще одного дитё, более сильного и более здорового. Старые люди говорят, то, что было сделано до нас, сделано богами. В каждом кургане камни, рисунки, знания, переданное нам предками.
и никому не дано право разрушать эти знания. Однако путь к истине не может быть ровным, как луч света, и никому, кроме него, не дано власти двигаться прямо. Ни птице, ни зверю, ни человеку. И даже выпущенная на волю стрела, стремительно взмыв вверх, в конце концов вернется к земле. Пути, мысли, дела наши вьются, как степные тропы, струятся, как горные ручьи, как и все, что создано из великой пустоты. И наш этот мир, и другой, после смерти, правильный мир. От рождения до старости по рекам жизни царю судьбы Эрликхану и обратно, от зрелости к младенчеству. И так вечно. Вечно по вьющимся тропам, струящимся ручьям, пока существует древо жизни, пока существует гармония мира, пока не потерялась связь. Но все же наши старики говорят, согнутая ветка, если она не сломана, обязательно выпрямится. Остро стал разговор о том, чтобы вот вернуть Хуртуяхтас. Первая сразу, какая возникла проблема, это что изваяние будет потеряно. Почему это песчаник? И песчаник, который начал сильно расслаиваться. Мы сегодня можем привести много доводов. 5000 лет стояло под открытым небом, простоит еще 5000 лет. Оно может и простоит 5000 лет, но что от него останется? Любой предмет, он имеет элементарные, нормальные физические свойства разрушения. А это песчаник, который, вот тем более его транспортировали, его вывозили, его уже какая-то деформация там пошла, отслаивание. И вот у меня, конечно, сразу первое вот это вот естественное, наверное, желание каждого музейщика защитить вот это изваяние, создать ему самые-самые вот тепличные условия, при которых он, самое главное, как можно дольше его сохранить. Не только для жителей Хакасии, а в первую очередь для мировой общественности. Потому что этот памятник, он имеет не региональное значение, это памятник мирового значения. Каждый школьник в нашей стране и вся мировая цивилизация сегодня говорит о древних каменных идолах острова Пасхи. Сегодня, наверное, вот те, кто изучает историю, знают о древних памятниках юга Великобритании, значит, памятники, которые символизируют вот друидов Стоунхендж, да? И в то же время не знают, что на территории Хакасии есть подобные памятники. Это система сундуков, это тот же самый Стоунхендж, и это вот наши каменные идолы, не только Улу-Хуртуяхтас, которые, как считают некоторые ученые, древнее идолов острова Пасхи. Один из старых сказителей шаманов, видящих шаманов. И я помню, что вот именно он один из первых, это где-то в 80-е годы, в конце, наверное, 80-х годов, да, он впервые тогда сказал, что этот камень нужно вернуть на место. Вернуть на место, потому что в этом камне как бы дух народа. И вот... И здесь, конечно, были первыми инициаторами шаманы, которые уже с конца 80-х годов предполагали, что этот камень нужно вернуть на свое историческое место. Ну и, наверное, не случайно именно в Аскисском районе, потому что символично, что именно сегодня именно в Аскисском районе сохранилась большая часть коренного населения. Ведь во всех других районах коренное население в результате
в общем-то, ну, миграционного процесса, просто ассимилировала. И, может быть, дает шанс всему народу, особенно коренному населению, да, вот вновь возродиться. И как бы вот вера, которая связывает нас с этим камнем, а я, в частности, вот считаю, что это действительно так, то есть надо дать шанс народу. Как только ее привезли сюда-обратно, в этой степи опять появилась жизнь. В 2003 году было легкое такое землетрясение у нас в Хакасии. После этого у нас в горах забили родники. А старики говорят, если ты живешь в год, когда открываются родники, значит, твоя жизнь будет достаточно счастливой и полная. Это очень хороший знак. Ходила туда, просила, чтоб у меня сородился сын, и чтоб у него все было хорошо, чтоб судьба у него сложилась хорошо. Вот она подарила сына, назвали мы его, вчера получили свидетельство о рождении, назвали его Евгением. Имя тоже долго выбирали, также перед тем, как родить, тоже долго ждали, и имя тоже также долго выбирали. Знаю, что не только женщины приходят, просят, также и мужчины просят наследников себе, да, и также через год, ну, в основном вот через год бабушки приходят, внуков просят также, что, говорит, я вот год назад, говорит, попросила Хуртуюхтас, чтобы стать бабушкой, и через год, ну, приблизительно так, я стала, говорит, бабушкой. Женщина-то превратилась в камень, но подарила звезда ей быть матерью матерей, быть Хуртуяхтас. Благодаря ей, сынок, и ты появился на свет.